Гульнара Досматова, телеведущая, актриса, певица. Стаж вождения около 10 лет. Доброе-доброе утро, дорогие мои телезрители. Сегодня в гостях у меня Гульнара Досматова вместе со своим питомцем Афоней. Да, доброе утро. Да. Гульнара, ну я знаю из нашего с вами разговора до съемки, что у вас отношения с автомобилем не сложились. Но это пока, я думаю. Нет, отношения с автомобилем у меня теоретически потрясающие. Это мой любимый вид транспорта. Это то, что для актрисы самое главное средство передвижения. Ну, история меня как водителя экстра-класс не сложилась, потому что я все-таки, наверное, поторопилась. Вот. Мне казалось, что... Я говорю, что у меня снились сны всегда, потрясающие сны. Как я веду машину, я просто виртуоз, как пальто на коньках, чемпион мира. У меня все так ладненько, да все так здорово, почти лечу. И мне казалось, что так будет и настоящим. Я училась, меня учил мой супруг. Ну, конечно, как вы понимаете, женщина учить, каких нервов не хватает. Да, когда ты садишься и говоришь, это газ, это тормоз, да? Все, выходи из машины. Нет, я все поняла. Ну, с инструктором, все как положено, как у всех. И вот наступил тот день X, воскресенье, прекрасная погода. Мы заехали на заправку, заправили машину. Мы поехали по городу, поехали в какой-то гипермаркет, закупили продуктов. Все было хорошо. И вдруг на одном перекрестке я не смогла... Я растерялась и не знала, как повернуть. Поехала прямо. И вот это прямо-прямо продолжалось часа два. Все прямо и прямо. Потом я в какой-то центр такой более отдаленный такой, вот где частный сектор, туда заехала. Пустая улица. Я так лихо развернулась, и в меня въехала машина, в общем. На огромной скорости. Машина моя, как лошадь, так вот встала на задние, на дыбы и так опустилась. Сказать, что это был шок, ничего не сказать. Дочь моя была в ужасе, и, ну, слава богу, все остались здоровы. Пострадала только машина. Ну, конечно, появился страх. Ну, согласитесь со мной, что современная женщина, она без руля непредставляема абсолютно. Абсолютно. То есть это настолько уже стало обыденным. А как вы относитесь вообще, в принципе, к женщинам? Ой, да вообще здорово. Мне вообще кажется, это ужасно женственно. Во-первых, представляете, она в своем мире, в таком, машины у женщин всегда чистенькие, с какими-то там примочками, хорошо пахнет в машинах, они чистят аккуратно, водят замечательно. И потом, ну как можно успеть в таком нынешнем, как бы сказать, бешеном ритме, все успеть, если ты не за рулем. Лара, как у вас, ну тогда получается, складывается с пассажирской жизнью в автомобиле? А пассажирская жизнь, это вообще вот прям вот мое место. Я всю жизнь на съемке, знаете, мы раньше тоже только на машинах передвигались, сейчас машины другого класса, они такие комфортабельные, просто можно кайфовать, думать о своем, да, там, мечтать, слушать музыку, я обожаю сидеть. Я знаю, что вы еще и поете. Ой, ну да, это моя такая страсть. Афоня, мы будем петь с тобой? Давай петь. Давай, поем. Он вообще очень здорово поет. Вот, уже начинает ротик открывать. Давай, распевайте. Но сейчас он, наверное, не будет, потому что он скажет, ну, два удовольствия. И ехать в шикарной машине с красивой девушкой, да еще и петь. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. Хотя сейчас осень. На такое вот но настроение похоже я на весну. С удовольствием похлопала, но я за рулем. Ну и, наверное, нужно что-то будет пожелать нашим телезрителям. К телезрителям и телезрительницам я желаю всегда получать удовольствие от того, что вы делаете. Если вы едете за рулем, нужно кайфовать от этого. Ведь это уже такое счастье, что вы владеете рулем. Понимаете? Что такое машина, что такое дорога, чему я еще учусь. Я вам прям завидую от души, кто прекрасно водит машину. Ну и, конечно, пусть дорога будет светлой, и пусть дорога всегда ведет
Ну, если не к храму, то к каким-то чудесам приятным. Доброго даже, утра. Даже добавить нечего. Мы вам желаем обязательно уже сесть за руль. И да. Чтобы вы были... Все, я обязательно отчитаюсь. Автомобилистов. Надеюсь, что следующий выпуск нашей передачи уже вы будете за рулем. И вы уже будете меня катать. Отлично, с удовольствием. А нашим телезрителям мы желаем зеленого света. Ну и, как говорят, ни гвоздя, ни жезла, дорогие мои. Пока-пока. Пока.